Другое дело. Активная молодежь России приняла участие в федеральном проекте «Больше, чем путешествие». Участие в проекте позволило молодым людям путешествовать по всей России, стране больших возможностей и удивительных незабываемых встреч. Граждане всей России участвуют в проекте «Больше, чем путешествия». Проект нацелен на активную молодежь, которая участвует в жизни общества и нашего государства. Программа «Больше, чем путешествия» доступна для участников платформ «Россия – страна возможностей» и «Другое дело» – конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена» российского общества знания. Организаторами проекта «Больше, чем путешествия» выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по туризму, совместно с Министерством науки и высшего образования, ОНО «Россия – страна возможностей» и Российским обществом знания. Туристическими поездками по России будут премированы практически 50 тысяч человек. – это активные участники, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Общество знания». Безусловно, участники могут выбрать тематику туров, в которой они отправятся. И для этого подготовлено больше 250 поездок по России по 12 тематическим направлениям. Основная идея проекта «Другое дело» – вовлечь людей в процесс постоянного саморазвития и участия в общественно полезной деятельности. За последние пять недель конкурса мы разыграли более пяти тысяч путешествий среди наших участников из разных регионов страны. Мы давно мечтали посетить Калининград и с нетерпением Ждем, Ждем эту поездку, чтобы посмотреть, наконец-то, Калининград, его достопримечательности и вообще побывать в той стороне. Подробности проведения программ и условия участия на сайте проекта.